Информационный библиокиоск. Великий сказочник Ганс Христиан Андерсен жил в Дании более 200 столетий назад. Он придумал множество необыкновенных историй, которые знают дети и взрослые во всем мире. Его сказки несут в себе тихую грусть и светлую печаль, что трогает сердце каждого читателя. Писать Андерсен начал еще в детстве. В школе он написал сказку «Сальная свеча». Это было его первое произведение. А однажды девочка по имени Сара подарила будущему писателю белую розу. Андерсен запомнил этот случай на всю жизнь. С тех пор белая роза для писателя – символ чуда. Он писал о ней в своих сказках. Андерсен был большим поклонником творчества Александра Сергеевича Пушкина. Друзья сказочника знали об этом. Они подарили ему элегию, которую Пушкин подписал специально для него. Андерсен берег эту книгу до конца своих дней. В честь знаменитого писателя была учреждена премия, которую вручают талантливым детским писателям. Ежегодно, в день рождения Андерсена, во всем мире отмечают Международный день детской книги. Кстати, любимое произведение Андерсена, написанное им самим – «Русалочка». А сколько его сказок знаете вы? Представляем вам подборку экранизаций, мультфильмов и аудиосказок по мотивам произведений знаменитого датского писателя.